Камчатская краевая детская больница традиционно проводит дни открытых дверей. В этот раз мы запланировали два дня работать. Это 29 октября, когда будут принимать специалисты: аллерголог-иммунолог, эндокринолог, гематолог, нефролог, уролог и ортопед. Мы вас будем ждать 29 октября с 9 до 14 часов. И 12 ноября с 9 до 14 мы приглашаем к специалистам кардиолог, гастроэнтеролог, лор, невролог, офтальмолог и детский хирург. Есть пожелание родителей осмотреть у какого-то специалиста своего ребенка, прояснить какие-то создавшиеся вопросы, на которые мы с удовольствием ответим.